Чинить машины по ОСАГО предлагают бэушными запчастями. Письмо с просьбой рассмотреть вопрос Союз автостраховщиков направил в правительство. В нем подчеркивается влияние санкций на высокие цены и логистику. Стоят импортные запчасти дорого, ждать их приходится долго. В установленный срок сервисы просто не укладываются. И в проблеме разбиралась Елена Любимова. Машины после аварии периодически ремонтируют в этом автосервисе. И чтобы заменить ту или иную запчасть на новую импортную, приходится ждать поставок из-за рубежа месяцами. А цены на детали выросли. При ОСАГО дольше всего ждать поставку это кузовных деталей, таких как крыло, бампер, капот, элементы оптики, передний, задний, соответственно, решетки. Сроки поставки очень велики, это в районе 30-60 дней. Ну и, соответственно, по цене они также гораздо дороже в связи с наружной логистикой, чем БУ детали, ничем не худшего качества. Если сравнивать в процентах или в разы, это сколько? Ну, это примерно где-то в 2-3 раза. Дошло до того, что в автосервисе могут даже отказать в ремонте. Ведь восстановить автомобиль по ОСАГО нужно за 30 дней, что сейчас трудновыполнимо. Для решения проблемы теперь могут разрешить использовать БУ-запчасти в определенных случаях без согласия клиента. Письмо с таким предложением Российский союз автостраховщиков направил председателю правительства Михаилу Мишустину и депутатам. В нем указано, западные санкции привели к увеличению срока поставок запчастей в 2-3 раза. А доля ремонта по обязательной автогражданке упала ниже 5%. Другого источника запасных частей для ремонта, кроме бывших употреблений, надлежащим образом сертифицированных, у нас фактически нет. Вот чем это вызвано. И главные, кто здесь будут бенефициары всего этого процесса, это, конечно, автовладельцы, которые в нормальный срок, предусмотренный законом, получат автомобиль, отремонтированный надлежащим образом. Теперь инициативу прорабатывают. Чтобы не допустить снижения безопасности на дорогах и качества ремонта, в НИИ автотранспорта провели для этого исследование. В институте предложили ввести ряд ограничений. Так рекомендуется использовать БУ-запчасти для ремонта авто только старше 6 лет. При этом такие детали запрещается использовать для городского наземного электротранспорта, гоночных и учебных машин, автомобилей спецслужб, пожарной охраны и скорой помощи. А вот повторно нельзя применять подушки и ремни безопасности, электронные блоки управления и устройства блокировки рулевого управления. БУшные запчасти, они присутствуют на рынке. Некоторые запчасти не изнашиваются, не меняются на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Балка ездит всю жизнь, поворотный кулак, если нет ДТП, тоже ездит всю жизнь. Таких запчастей достаточно много, они не требуют замены по пробегу. Мнения по поводу инициативы у столичных автолюбителей разделились. Автомобиль БУ, ему требуется ремонт. Почему страховая компания должна возмещать новую, как бы, да, деталь? Мне кажется, это надо как-то согласовывать непосредственно не только вот решила страховая и ставим, а с хозяином, если он будет категорически против и готов ждать там 3-4 месяца, то почему бы нет? БУ запчасти, ну, это не выход, потому что он может сломаться через полчаса, через день. Если такие нововведения поддержат, цена восстановления машины снизится на 10-15%, а срок до 90%. Елена Любимова, Полина Зиганшина, Сергей Попов, Москва, 24.